Здравствуйте. Значить, салати ось. Шашликов, микушки, хльобас, ключик, баранник, сакі. Салатове. Значить, красний одягають, перду, дарюк, чижов. Пошли, включаємося. Все, ребята, одіваємо нічні. Пошли, 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 возьми. І побіжали. Один. Два стула, пожалуйста. Лав, один мені. Почаще работать. Для ребят это тоже такое своего рода толчок, чтобы они понимали, что на них они играют не для себя, для команды, и те результаты, которые требуются от ребят, они через эту работу, через труд, через пот, и на поле надо отдаваться все 90 минут для того, чтобы добывать очки. Поэтому я думаю, эта встреча сегодня пошла на пользу как футболистам в первую очередь, и я думаю, и людям было интересно, нашим болельщикам посмотреть. Значит, такие акции мы будем проводить. Это не разовая акция, такую акцию мы будем проводить раз в месяц планируется, чтобы это было регулярно, дабы люди могли пообщаться с ребятами, кого-то поддержать, кого-то, может, и поругать, и не без этого. И, потому что все ходят по земле, все одинаково живут, дышат одним воздухом, чтобы никто в облаках не летает. Поэтому, я думаю, это на пользу.